Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Само слово «донор» происходит от латинского «донаре» – «дарить», поэтому зачастую доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь. В этом году праздник проходит под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». 14 июня проводят мероприятия, которые еще раз напоминают о потребностях в безопасной крови. В мероприятиях Дня донора принимают участие 193 государства-участника ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира. Каждые 3 секунды в мире кому-то необходима донорская кровь или ее компоненты. Донорство ежедневно спасает тысячи людей, переливание помогает продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур во время стихийных бедствий и катастроф. За один раз один донор сдает около 450 миллилитров крови, и это может спасти жизнь 3 нуждающимся. По всей стране в течение недели в рамках праздника можно и нужно сдавать кровь. В дальнейшем процедура сдачи крови добровольная. На сегодняшний день в Нижегородской области работает 17 специализированных донорских центров, 4 из которых работают в Нижнем Новгороде. В целом и двойная польза тут идет и как для реципиентов, кому нужна кровь, и, собственно, самому донору это польза тоже, потому что обновляются клетки организма, обновляется сама кровь и уменьшается предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.